вести тренировку. То есть первая работа с массой, да, вот то же, что мы делали. Прямое движение ножом. Медленно посмотрим, что происходит. Вот линия атаки, идет на меня давление, да? Если я вот здесь вот буду дергаться, нож в меня идет, да? Если я делаю маленький шажочек, что происходит с массой? Пустота. И когда он падает, про ножик он забывает. В разных положениях примерно то же самое работает. Причем получается достаточно легко, со стороны может быть неправдоподобно, но сверху попробуем. Да, то же самое, вот. Еще варианты у нас были, это мы сейчас будем делать. Еще варианты сразу покажу, чтобы потом уже не тратить. Да? То есть смотрите, вот прием. Где сейчас наша совместная масса находится? Вот здесь, правильно? Сейчас смотрите, что происходит. Я могу ее двинуть, как раньше, туда. Вот она потекла. Ножик забрали. А могу... Вот я ее взял. Куда двинуть? Например, ему обратно. Правильно? Что значит двинуть массу, кто скажет? Что вот здесь сейчас? Наши... Внимание. Внимание. И вот смотрите, я ничего не делаю, вот свое внимание сейчас начинаю куда переводить? Ему. В него. Что происходит? Течет туда сила и масса. Просто можно это сделать вот сразу, например. Сейчас уже ножик его вообще не интересует. Почему? Внимание. Внимание, да, потому что он в этот момент думает, куда же ему упасть. Теперь немножко подвигаемся ногами, да, то есть это у нас стоящие были варианты. Вот, раз, оп. Что сейчас произошло? Еще раз, медленно. Смотрите. Вот она масса, видите, вот здесь. Теперь на ноги мои смотрите. Куда масса пошла? В него. Правильно? Другой вариант. Вот. Где сейчас сразу массу я взял? Сразу в ноги. Да, сразу в ноги. Сейчас уже вот мне достаточно в любую сторону сделать маленький шаг. В него. Куда угодно. Нож уже отнимается сразу. Вот я немножко вам показываю то, что Василич показывал хотя бы несколько вариантов. Сейчас поняли все, что было? Сейчас. Взяли. Отдали. Все то же самое. Если шаги добавим, да, сюда. Вот сразу взяли и отдали. Теперь работа со вниманием. Внимание не обязательно можно в ноже забирать, да? Главное, чтобы ваши движения были реальны, да? То есть, если у меня будет пустая рука, он не поверит. Если мы будем силы делать, будем что делать? Бороться. Вот он мне пальцы отрезал, да? Поэтому мы должны всегда аккуратно. Силы с ним не побольше, может, не поверит. Так, теперь... Внимание. Сюда. Ему стоять неудобно, да? Сейчас вот. Работа с массой. И с вниманием. Больше ничего нет. Если мы к этому добавим еще наши шаги,